нарубить. Буселна! Тандер, когда вы уже сделаете нормально эти ваши отпадающие реактивные ускорители? Вот смотрите, ребят, куда они отпадают. Вверх. Почему? Ладно, и так сойдет. Я ему в крышу попал, нифига. Да, а он мне в крышу прям, прикинь, снаряд как надо срикошетил, вниз полетел. Офигенно. Молодцы, Гайдзин. Блин, грибы, офигенно. Ну, я ультралоу-то, какие тут грибы? Грибы, блин. Вот так вот, первый раз вижу грибы в War Thunder. Грибов, Дима, грибов просто, мать. А что, осень, что ли, блядь? Я не пойму, стою на поле, блин, слышь, передо мной, прям перед этим, грибы. Того я и надо пришли. Бля, там тоже стоит, да? Эй, умря, что он стрельнул 92-ки, ничего не сделал. Так а мне что, сейчас пипец стоит, говорю? Ай, офигеть! Гайдзин, вы что творите? О-о-о-о-о. На тебе, поставил. Бля, это твой забрал. Так, ему говорит, бля, ты чё? Я тоже убью сейчас. Нет, успел я ему БК взорвать. Я ему сказал, так ему, вообще бред какой-то. Чё вы творите? Пиздец, меня ещё и Шилка убила, блядь, ракетой. Офигеть, блядь, БЛД. Вот дают, блядь. Что такое? Бля, ни одна ракета не попала. Друг, ты меня не спас. Бля, все творится у меня, задата. Прикинь, меня крутит, башку закручивает. Сделать ничего не могу, прикинь. Вертолет готовый, да? Самолет, где самолет, блядь? Я не вижу его. Представь. Брюх, а где этот еболет? А вот, надо мной летает. А, вот, ага. Ох, нереально довести эту ракету до него. Я не знаю, как по нему попасть, блядь, Ром. Все отлетает, ни блядь. У него меня. На, сука, да им да не смешно уже, а. Просто попадание. А что такое в крышу рикошет? Почему в крышу? Опа, на, прикинь, я в крышу рикошет, а мне в крышу ваншот. Сейчас посмотрим. Кино. Ну да, War Thunder, ну да. Это точно в крышу, да? Да. Я. Давай, отъезжай. А мне ваншот в крышу, суки. Ну, твари. Зачем он тебе нужен, да? Да, зачем он нужен? Какой там тоже, да? Под 600 пробития, блядь. Ни о чем вообще. Ни осколков нету у него, ничего нету. Зато мне когда залетает снаряд, у меня такое ощущение, что у меня камерный лобик залетает. Ух ты, смотри, у меня в левый борт, Ром, не пойму откуда. Я слышал где-то. Блять, у меня тут и на Б, выбеляй меня выезд сейчас. С двух сторон побудешь. Это, не пойму откуда. Все, вижу, Ромчик, вижу. Вот там танк, скотина. Казенку ломаем на козу, он меня бьет. Ничего не сделал, прикинь, леопарду зарядил в этот самый, ничего не сделал, казенку не сломал. Называется, волк должен был умереть. Новое название видео. Это что за херня, меня убило в лоб, короче, из-за угла. А в крышу, блядь, убила ракета меня. Охренеть! Твою дивизию нехай.
повтор, покажи мне, куда ракета прилетела. Только я точно, блядь. Видео уже она промазала по мне. Нет, она по мне попала, да? Красавчики, и такое работает. На С, что? Да. Ты посмотри, как он меня убил, блядь. Ни хрена себе, трынь и ваншот. Вот это да. Танк сгорел, говорит. Ёмханый бабай. И такое бывает, что ли? Ах, просто. Чё? Капец, капец. Двигатель, говорит, ракета влетела в ВЛД Т-44. Стой, говорит, двигатель.